Откуда деньги? В Великобритании иностранных толстосумов обязали объяснить происхождение своих богатств. Лондон всегда считался одним из самых привлекательных городов для отмывания денег и роскошной жизни. Что теперь изменится, разбиралась Светлана Чернецкая. Фешенебельные пентхаусы в центре Лондона, машины, инкрустированные бриллиантами. Лондон как магнит для богачей со всего мира. Но теперь за роскошную жизнь здесь придется отчитываться. В силу вступил новый закон об имуществе непонятного происхождения. Благодаря ему британские правоохранители смогут заморозить сомнительные активы на сумму свыше 50 тысяч фунтов. Это касается тех иностранцев, в отношении которых появятся хоть малейшие подозрения в коррупции, будь то местный наркодилер или зарубежный олигарх. Если человек является депутатом в другой стране, не получает большую зарплату, но вдруг покупает роскошный дом в центре Лондона, который оценивают в миллионы, и он не может объяснить, чем заплатил за него, мы заморозим этот актив, избавимся от него, а вырученную сумму пустим на финансирование наших правоохранительных органов. И процесс уже запущен. В правительстве определили первых счастливчиков, которых будут проверять. Конечно же, никаких фамилий не называют. Но и не скрывают. Прежде всего, это касается русских олигархов. В этой связи вспоминает раскрытую 3 года назад схему, названную «российская стиралка», когда через подставные фирмы, которые в основном базировались в Британии, отмыли свыше 20 миллиардов долларов из России. Конечно же, украинские богачи тоже оказались под пристальным вниманием. В Международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International подсчитали, что в Соединенном Королевстве сомнительного имущества примерно на 4,5 миллиарда. Так что работы британцам предстоит немало. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».